Приветствую вас, мои дорогие. Я дед Еремей. Знаете, а ведь до сих пор для многих является откровением, что источником значительной части распространенных крылатых выражений является Библия. Мы можем употреблять их чуть ли не каждый день, даже и не подозревая о их истории. И сегодня я поведаю вам об одном таком крылатом выражении, корни которого уходят в Ветхий Завет. Валтасаров пир. В VI веке до Рождества Христова жил на свете этом Валтасар, последний царь Вавилона. И устроил он как-то праздник для вельмож своих. И вкушал он яство, да запивал вином. И вот приказал царь Валтасар принести им золотые сосуды, которые отец его, Навуходоносор, взял в святилище Дома Божьего в Иерусалиме. Налили в них вино, да продолжили праздновать. Вдруг появилась таинственная рука, которая написала на стене слова, которые никто из присутствующих не мог истолковать. Приказал царь привести к нему чародеев-догадателей, пообещав тому, кто прочтет таинственные письмена, что облачится тот в багряницу, наденет золотую цепь на шею, да станет третьим властелином царства. Только никто не смог прочитать написанное. Тогда привели к Валтасару Даниила, которому царь тоже пообещал богатство. Но мудрец отказался от золота. Прочитав письмена, истолковал он их как предсказание грядущего падения царства Вавилонского. По приказу Валтасара облачили Даниила в багряницу, повесили на шею золотую цепь и провозгласили третьим властелином в царстве. И в ту же ночь царь Валтасар был убит. Валтасар-царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Ветхий Завет, книга пророка Даниила, глава 5, стих 1. В наше время выражение «Валтасаров пир» означает «веселье накануне неминуемой беды». Вот такая вот история. А я прощаюсь с вами до новых встреч. Храни вас Бог!